Анонс и дата выхода 10 серии турецкого сериала «Ветреный». Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Азизе использует Мирана в качестве орудия мести. Он не ее родной внук. Сказка, которую всю жизнь слушал Миран, окажется реальностью. В планы Азизе входит сделать так, чтобы член семьи Шадоглу уничтожил всю свою родню. Наступает день, когда история с семьей Шадоглу должна решиться в корне. Но Эсма предупреждает свою госпожу, пусть имеют в виду, когда Миран выяснит, что Раян не настоящая Шадоглу, весь гнев его обернется против Азизе. После всего пережитого Раян едет в деревню Мелике, чтобы немного отдалиться от происходящего и принять правильное решение. Но Миран и там ее находит. Молодые люди вновь выясняют отношения. Миран пытается уговорить Раян довериться ему. Раян собирается уехать куда-нибудь далеко, однако Миран предупреждает ее, что на земле нет такого места, где он не сможет ее найти, потому что ему некуда идти, ему нет места нигде, кроме ее сердца. Раян удивляется, почему Миран не уезжает, а ходит за ней, на что Мелике отвечает, что он любит ее, причем очень сильно. Азат сломлен уходом Раян. Но он не намерен сдаваться, хочет своими ушами услышать все это от нее. Десятая серия выйдет в эфир 17 мая в 20:45 по московскому времени на телеканале АТВ. В русской озвучке сериал выйдет 18 мая. Ставим лайки, подписываемся на канал. Приятного просмотра!